Здравствуйте. От лица воюющих на Донбассе российских добровольцев я хотел бы поблагодарить Александра Юрьевича, а также весь личный состав Союза добровольцев Донбасса за содействие в транспортировке погибших товарищей по оружию в их родные города в России. Поверьте, это очень важно для нас знать, что они будут похоронены там, где находятся их родители, их друзья детства, а у кого-то супруги и даже дети. Да, они погибли, но теперь они будут жить в нашей памяти, поэтому большое спасибо за то, что не забываете о них. Честь имею.